нажать, а потом уже стрелять. А, я тогда... Вот, а у меня... Предохранитель, что ли, да? Вот это. Не предохранитель. Само ружье вниз опустил, его на всех наводит. Кто там? Как раз его маска. А ты свою что не одел? Мам, мы все одели, сейчас тебе поддержим. Капюшоны снимите! Почему? Ну, качану. Что надо? Капюшоны снимите, маски будут потеть у вас. Маску одевать как можно плотнее. К носу. Вот эту часть маски. А, Вик. Плотнее. Такая умненькая, говорил мне, на капюшон, а сама капюшон сняла. Я начала делать такая. А вот Вика. Как? Не, не надо переодеться.